Всем привет, ребята! Я почему-то вообще в воде заспавнился, да. И сегодня мы с вами играем в Майн. В Майн? В Майнкрафт. Да. Хотя Майн и Майнкрафт это одно и то же. Про слова разные. Да, опять я шучу. Сегодня мы с вами играем в Майнкрафт. И как вы уже, наверное, думаете, ну и что? Что у нас сегодня будет? А, именно потому что я покажу вам вот это! Да, это всякие разные ловушки для мобов. Они разные, их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, их тут шесть. И они могут убивать всяких враждебных мобов. Ну и мирных, наверное, тоже. И могут, наверное, даже убить и нас. Итак, первое. Мина. Мина. Вот мы поставили. Она рабочая, конечно же. Она, конечно же, рабочая, да. Теперь давайте заспавним попорника рядом с ними. Как вы видите, мы поставили попорника, и мины загорелись, и они начали взрываться. Красные мины. Вот так. Да. Так. Давайте-ка сделаем ограду такую. Можете с помощью этих мин защитить свой дом. Дом. Надо все. Что случилось? Мина, почему вы оба только что? Почему они все активировались? Че за фигня? Ну, короче, можете защищать свой дом. Но только советую вам их обходить стороной. А то будет огромный бабах. И вы, конечно же, умрете. Да. Давайте вот прям вот тут поставим. Эй. Мин тут попорник. Во. Да. Дальше. Ракетница. Как это странно не звучало. Это ракетница. Она также убивает мобов. Стреляет такими вот шарами. И таким образом убивает попорников. Но она может убивать не только попорников, и еще всяких враждебных мобов. Так что эти оружия для вашего для защиты вашего дома. Тут лезвие сейчас горит, вся тайга. Да. Кстати, давайте это устроим. А нам дальше это не нужно. Давайте подожгем лес. Хотя не. Давайте, чтобы это было эпичней, сделаем это в конце. Да, в конце сделаем. Так, ну, короче, вот такая вот ракетница. Да. Кстати, когда мы спавним, мы звуки такие прикольные. Если их бить такие, типа, вот типа так, как-то так. Вот, полоса и один попорник. Это было, не знаю, как это назвать. Видите, они сразу убивают свою жертву. Кстати, если они вдруг друга попадут, они начинают просто себя убивать. Друг друга убивать. Давайте-ка целый ряд пусть они убьют. Конечно, попорника они тоже убьют. Но и себя тоже. Слушайте, они на себя не агрятся. Лес загорелся, ребята!
это такое? Блин. Так. Короче, не будем долго смотреть на эти ракетницы. Переходим далее. Итак, последнее. Это у нас самый настоящий пулемет. Смотрите. Он также крутится. Убивает попорников с двух раз. С двух раз. Конечно, попорники убьют, как ни странно это звучало. Да. Убьют пулемет. Еще как это странно звучит. Так, давайте представим, что это наш дом, и мы должны его защитить с помощью этих, с помощью вот этого. Да. И представим, что это наш дом, какая-то ямка. Да, и будто на нас напал попорник. Они быстро расправятся. В основном пулеметы. Теперь целая куча нападет. А давайте-ка поставим тут спавнер. Спавнер мобов. Где он? Вот он. И будут бесконечные попорники. И они будут их. И эти, как сказать, эти штуки, можно так сказать, будут убивать их бесконечно. Да, можно поставить вот так, можно вот так сделать. Во, все. Так, попорники, вы там слишком медленно спавнитесь, так что я вас делаю побыстрее. Да, они, конечно, тоже умирают. Вот так вот. Здесь еще сами заспавним тоже. О, ребята, что тут происходит? Эти просто кучу... О, ребята, у меня идея. Вот тут вот ставим. Давайте везде просто поставим. Везде, где можно. И они будут все отстреливать. Прям как в игре про зомби там. Где там типа апокалипсис. Зомби нападают, например. Тут дерево горит. Блин. Что тут происходит? Видите, они сразу со всеми расправятся. Кстати, они на друг друга не агрятся. Конечно, они друг друга убивают. А что вы скажете на разорителя? Разоритель или разрушитель? Разрушитель. Ну, можно назвать его, у него два имена можно. Ну, разоритель и разрушитель. Смысла никакого нет. Короче, давайте спавним. Они его будут так, я думаю, быстро, долго, долго убивать? Да не, совсем недолго. Кстати, наши попорники что-то не спавнятся. Наши пулеметы стреляют. Всего чуть-чуть пулеметов осталось. Давайте теперь апокалипсис. Апокалипсис. Еще ракетницы. Бам, бам. Еще вот этих. Пулеметы тут стреляют. Офигеть. А там еще одного убивают. Пулемета там его подстрелили. Подстрелили. О, ребята. Знаете что? У меня есть кое-какая идея. Будут ли они нападать на мирного жителя? Это у нас, конечно же, житель. Житель, мирный житель. Смотрите-ка, они на него не нападают. А интересно, они будут нападать на нас? Так, давайте сразу вот так сделаем. То вдруг они начнут на нас агриться. Итак, включаем. Точнее, вырубаем креатив. Так, у нас тут время идет. Время идет.
все дальше и дальше. Потом скоро уже ночь наступит, хотя уже ночь, блин. А что-то не так сделал. Я на то, на творческий. Итак, будет нападать? Не встретика, нападает. Не нападает. Попорник на нас нападает, а она его убивает. Понятно, значит, они друг друга не убивают. А если ударить? Если ударить, я знал, что это произойдет. Кстати, сколько не снимают, нифига себе! Офигеть! Нифига себе пулеметики! Они сразу даже больше, чем половина. Больше, чем половину снимают. Так, к пауку лучше не лезть. Конечно, днем они не нападают, но ночью они нападают. Как нападают? Так, надо идти к тому этому, как там, пулемету. Блин, не, нафиг, нафиг. Давайте лучше поскорее включим креатив. А, попорники меня уже потеряли. Так, ладно, сейчас мы все быстренько сделаем. Кстати, если вы не знали, эндермен тоже не будет на нас, на вас нападать. Если вы его ударите, конечно, в креативе еще уже. Но если вы его ударите, лес горит. Если вы его ударите, он не успокоится. Кстати, помните это место? Это вот тут, где... А тут до сих пор ракетницы стоят. Крипера там убили только что. Так вон. Наша крепость, так сказать. А не, это просто лава. Я перепутал. Короче, мы поняли, что они на нас не будут нападать, только если ударим. Вот, кстати, мы тут умерли. Получи. А житель там ходит. Ему нравится жизнь. Да. И давайте сейчас мы сделаем с вами апокалипсис. Апокалипсис. И эти пулеметы должны защищать жителей. Да. А, кстати, неплохая идея. Неплохая идея. Так, тут мы все закроем. Так. Так. Так, 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 так. И вот так теперь. Так, так, так. Так, давайте, чтобы было быстрее, вот так сразу. Житель. Ты у нас тут остаешься. Можно сказать, навсегда. Тебя будут защищать эти... пулеметы. А давайте вот так сделаем. Они все равно не сбегут. Пауки могут пролезть, хотя они... Что за фигня? Что за фигня? Я обрушила все. О, боже мой. Что это только что произошло? Короче, я понял, на некоторые блоки песка лучше ничего не ставить. Вот вам пример, ребята. Тут все пулеметы плавают. Да. Очень смешно. Очень смешно. А тут мы закроем, чтоб житель не уплыл. Хотя он все равно не спустится. Будет вот так болтаться. Так. Так. Так, так, так. Все, ребята, мы в принципе все сделали. Теперь остается только заспавнить зомбиков. Зомбыки. Зомбыки.
Так, давайте сначала посмотрим. Во, отбросы. Отбросы, они не горят на солнце. Видите? Все легко и быстро. Но с пулеметами что-то дело не идет. Так, давайте поставим вот тут тогда. Не тут всех перебьют. Тут полез кто-то. А, не важно. Отброс. Смотрите, они быстро справляются. Ну, а теперь, пулеметики, вам будет нифига нелегко. Да, потому что сейчас я поставлю целых 2 спавнера мобов. И они будут убивать. Я даже спавнить их не успеваю, они их быстро убивают. Так, они охотятся за жителем. А где житель? Житель-то где? Так, ладно, давайте просто кучу наставим. И поставим тут жителя. Давайте даже вот столько жителей. А тут спавнится. Они жители еще убивают. Что за пулеметы? Вы должны охранять, а не убивать. От монстров, а не от мирных жителей. Ладно. Тогда у нас будет по-плохому. Так. Там ведьма зелье пьет. Да. Тут поставим. И все. Теперь они будут защищать. Давайте еще на деревьях там поставим. Давайте сделаем безопасным весь мир. Весь мир безопасным сделаем. Ага, конечно. Не, серьезно. Давайте сделаем весь мир безопасным. У нас тут скоро море плоти. Белой плоти будет. Весь мир будет защищенным от всяких монстряк. Например, вот этих монстряк. Только не у жителя, они сразу бомбанут. На дереве даже поставил. А ну-ка, у нас тут чаепитие. Я боюсь прервать его. Но вы пришли на чаепитие не в законном месте. Да, так что придется вас арестовать. Арестовать, точнее, убить. О, как меня носит. Я забился. Под водой. Как вам такая идея? Они все равно достают. Офигеть. Так, красный еще поставим. О, они только спавнятся, они сразу все активируются, все сразу себя убивают. Кстати, если их сюда поставить... А, да, они, конечно. Они разбиваются. Так. Во. Так, давайте опять к жителю, точнее, к жителям вернемся. Их же там несколько. Да, 2 жителя. Они не спавнятся? Они спавнятся. Ну что, жители? Жителей больше нет. Тени один бегает. Тут все убивают друг друга. Что за хаос, ребята? Так, давайте вот тут поставим. Так. И парень, тут эндермен. Они на эндермена не реагируют. Ну да, конечно, эндермен на них не нападает.
Так. Так, 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 так. Вот. Давайте сделаем просто море пуль. Вот такое. Смотрите. Офигеть. У зомбаков нет шансов. Давайте еще тут поставим. Так, так. Бам, бам, бам. О, ребята, это что? Офигеть. Кстати, ребята, пишите в комментариях, как заспавнить эндер-дракона в обычном мире. Я просто не знаю. Вот яйцо его. Яйцо дракона. Но я без понятия, как им пользоваться. Да. Короче, ребята, думаю, что буду завершать. Да. Я показал вам все средства. Да. Короче, как я обещал, А у нас лес и так горит. Ладно, добавим огоньку. Хотя нет, давайте вообще в другой лес, где деревья прям вот рядом с друг другом. Короче, ребята. Давайте подождем все и буду прощаться. Так. Так. Так, так, так. Короче, ребята. Стоп, 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 стоп. Да. Теперь мы кое-что сделаем. Так. Короче, ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, что это запутаться, давайте сначала. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Ну а на сегодня это все, всем пока-пока. Боже мой, что тут происходит? На это дерево посмотрите, что тут? Это же не дерево, а какой-то ад. Ой, офигеть. Да всем пока.